Здравствуйте, в эфире новости в студии Алма Жана Манкельдинова, сурдоперевод Светлана Слесарская. Коротко о главном на сегодня. Преступность региона в цифрах. Какие мероприятия в области проводят для сохранения общественного порядка и профилактики преступности? Временные ограничения. Движение большегрузных автомобилей в регионе под контролем. С начала года зарегистрировано 12 правонарушений. Сохранить природу. В Медыкаринском районе продолжается республиканская акция «Таза Казахстан». В очистке улиц и скверов принимает участие все больше сельчан. Под контролем на сегодняшний день эпизоотическая ситуация области по особо опасным инфекционным заболеваниям является стабильно благополучной. Держать руку на пульсе помогает целый комплекс мероприятий, направленный на своевременное выявление и уничтожение возбудителей особо опасных энзоотических болезней сельскохозяйственных животных и птиц. Подробности у Маргариты Ивановой. С начала года в районах области продолжали проводить мероприятия по вакцинации, диагностике, а также иммунизации животных. Как результат, профилактику провели своевременно и в полном объеме. При этом первоочередной и приоритетной задачей региональной ветслужбы стала борьба с таким хроническим заболеванием, как бруцеллез. С целью искоренения возбудителей бруцеллеза непосредственно в очагах инфекции в 2023 году на территории области проведены масштабные оздоровительные мероприятия в 25 неблагополучных пунктах по бруцеллезу. Эффективность и результат проведенных мероприятий в 2023 году привели к уменьшению процента зараженности бруцеллезом животных в 2024 году. К примеру, в первом полугодии 2023 года при плановых исследованиях, а также при оздоровительных мероприятиях подвергнуты исследованиям 281 тысяча голов КРС. Выделено 1838 положительных реагирующих голов животных с уровнем зараженности 0,65%. За аналогичный же период текущего года плановые исследования подвергнуто 275 тысяч КРС. Выделено 931 положительно реагирующая голова животных с уровнем зараженности 0,3%. Таким образом, количество больных животных крупнорогатого скота уменьшилось на 907 голов или на 0,35% зараженности. Наряду с этим особая роль в борьбе с опасными инфекциями отводится мероприятиям по дезинфекции ферм, хозяйств и прилегающих территорий хозяйствующих субъектов. В целях ликвидации возбудителей бруцеллеза и других особо опасных инфекций используются специальные автомашины. Необходимо отметить, что из областного бюджета ежегодно выделяются финансовые средства в достаточном объеме для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности в регионе. И эта сумма от года к году увеличивается. Если в 2023 году для сферы ветеринарии было выделено 2 миллиарда 853 миллиона тенге, то в 2024 году уже 3 миллиарда 448 миллиона тенге. По мнению главы региона, совместная работа акиматов и ветеринарных служб позволит сохранить положительную динамику в снижении зараженности животных опасными заболеваниями. Важно не растерять достигнутые показатели. С целью сохранения стабильной ситуации ежегодно с областного бюджета выделяются финансовые средства на проведение профилактических мероприятий. Вот в этом году выделено более 230 миллионов тенге на приобретение 20 служебных автомобилей для ветеринарных станций. Перед ветеринарными специалистами области стоит задача по сохранению достигнутых результатов, повышению качества профилактики особо опасных и других болезней животных, а также улучшению контроля учета поголовья скота. Помимо этого проводятся текущие ремонтно-восстановительные работы по улучшению технического состояния административных зданий. На сегодняшний день из 207 ветеринарных пунктов проведены работы в 28. Работа в данном направлении продолжается. Маргарита Иванова, Алибек Султанов, телеканал Костанай. В Кустанайской области с 1 июня ввели временное ограничение движения большегрузных автомобилей. По закону, транспорт, масса которого превышает более 8 тонн, не должен передвигаться по республиканской трассе. Несмотря на это, есть водители, которые не соблюдают требования. В связи с этим в регионе организовали рейд. Подробности. С начала лета движение большегрузов на трассах республиканского значения временно ограничили в нескольких регионах страны, в том числе и в Кустанайской области. Как отмечают специалисты, транспортные средства, нагрузка которых превышает более 8 тонн, наносит ущерб качеству дорожного покрытия.
Введено ограничение нагрузки на ось с 10 часов утра до 20:00 в связи с повышением температуры в летний период. Данное ограничение введено на грузовой автотранспорт, так как идет разрушение при высокой температуре покрытия. На сегодняшний день автодорога А-22 Карабутак-Кустанай, которая выходит на Актюбинскую область, она очень загружена, и там имеются карьеры. А также международный транзитный коридор, это Астана-Кустанай-Челябинск, она тоже является основной интенсивной трассой, так как здесь международный коридор, ездит очень много больших грузов. Несмотря на ограничения, количество правонарушений не уменьшается. В связи с этим на дорогах региона проводятся выездные мероприятия совместно с сотрудниками НАТ-центра, инспекции транспортного контроля и полиции. Специалисты проводят осмотр больших грузов. Наши сотрудники сейчас осуществляют транспортный контроль двух АТС, которые были задержаны утром. После прохождения транспортного контроля будет рассчитываться осевые нагрузки, нагрузка общей массы для выявления. То есть, если у них есть превышение, им будет составлять административный протокол по данным статьям. То есть, если есть превышение, то по превышению будет составляться. Если по габаритам, то по габаритам будет составляться. Минимальная сумма штрафа за правонарушение составляет 122 тысячи тенге, максимальная – более 800 тысяч. Как говорят представители инспекции транспортного контроля, при составлении административного отдела учитывается несколько фактов. Все зависит от нагрузок осевых, то есть общей массы. Есть расхождение, то есть в кодексе превышение от 1 тонны до 5 тонн, от 5 тонн до 10 тонн и свыше 10 тонн. По каждому подпункту идет административный штраф, то есть в размере от субъекта предпринимательства, от индивидуального предпринимателя или же физического лица. То есть это все после прохождения транспортного контроля будет выясняться в ходе проверки. Ну, на сегодняшний день у нас по Кустанайской области идет прирост по нарушению. То есть именно по перегрузу у нас 122 материала в Кустанайской области. Это превышение на процентах 123%, то есть уже по сравнению с прошлым годом за 6 месяцев. С начала июня в Кустанайской области зарегистрировано 12 правонарушений. Отметим, что временное ограничение движения большегрузных автомобилей продлится до 31 августа. Алмажан Аманкельдинова, Алексей Руденко, телеканал Кустанай. Преступность региона в цифрах. Кустаная на специальном брифинге рассказали о результатах в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты. За текущие 6 месяцев работы в регионе наблюдается снижение регистрации уголовных правонарушений. Уменьшилась цифра и подростковой преступности. Подробнее в материале моих коллег. Снижение регистрации уголовных правонарушений прослеживается во всех регионах области, за исключением районов Кустанайского, Ауликольского и Жетикаринского. Специалисты делятся результатами проделанной работы с подростками. Несовершеннолетних, что переступают черту закона, становится меньше. В этом году этот показатель снизился на 30%. По общему количеству преступлений из 20 областей по республике Кустанайская область на 9-м месте. В расчете на 10 тысяч населения область на 9-м месте по уровню правонарушений. Об улучшении криминогенной обстановки в области в целом можно судить по снижению таких уголовных правонарушений, как убийства, разбои, грабежи, кражи, хулиганства. В целом приведенная статистика свидетельствует об улучшении криминогенной обстановки в области, что достигнуто в результате скоординированной работы правоохранительных и местных исполнительных органов по профилактике уголовных правонарушений. Однако на брифинге отметят, что при общем снижении наблюдается и рост отдельных видов преступлений. Главная проблема заключается в том, что жители области по-прежнему становятся жертвами интернет-мошенников. В большинстве случаев причиной становится низкая правовая грамотность населения, желание заработать легкие деньги. Только за прошедшие 6 месяцев зарегистрировано более 600 обращений. К примеру, гражданин социальной сети Instagram через вымышленный интернет-магазин продажи обуви обманным путем завладел денежными средствами граждан, которые за заказанные товары передавали оплату через приложение Каспи.кз. Всего таким способом было совершено 31 преступление. На сегодняшний день лицо, совершившее эти преступления, установлено, дело направлено для рассмотрения в суд. В Департамент торговли и защиты прав потребителей по Кустанайской области по итогам 6 месяцев работы в административные органы поступило свыше 66 тысяч обращений. В основном поступившие заявления касались государственных доходов, предпринимательства, исполнения судебных актов, жилищного фонда и документирования населения. В большинстве случаев АДМ-органы приняли положительные решения. Это почти 72% от всех принятых решений.
Обременяющие акты получили 2536 обратившихся, это 8,8%. Отмечается снижение количества жалоб по сравнению с прошлым годом на 34%. Основное количество обращений приходится на местные исполнительные органы и не рассмотрено 36% или 15667 обращений. На брифинге скажут, важно не только защитить права потребителей, но и предпринимателей. Для обеспечения прозрачности государственного контроля и защиты бизнеса от незаконных действий комитетом создана система «Единый реестр субъектов и объектов проверок». За первое полугодие 2024 года в области количество проверок органов контроля и надзора выросло на 89%. Наибольшее количество правительственного контроля и надзора проведено органами чрезвычайной ситуации, земельными ресурсами, социальной защиты, Государственной службы экологии. В связи с ростом общего количества проверок имеется рост проверок субъектов частных предпринимательств на 51%. Из них 77% субъектов малого бизнеса. Основная часть проверок малого предпринимательства проведена по вопросам исполнения налогового законодательства, по обращениям физических и юридических лиц, по сообщениям государственных органов. Эффективность проведения проверок и выявления нарушений по ним составила 65%. Комитетом правовой статистики и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан разработано и запущено мобильное приложение «Комкор», которое служит карманным помощником для предпринимателя. Специалисты призывают к активности как предпринимателей, так и потребителей. В случае нарушения незамедлительно обратиться в соответствующие органы. Айнура Муканова, Диар Ахмечен, телеканал «Кустанай». Несчастный случай произошел на шахте ССГПО. При проведении работ на глубине 280 метров погиб проходчик. Информацию подтвердили в пресс-службе комбината. При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте 280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится расследование, говорится в официальном сообщении. Коллектив предприятия выразил соболезнования, а также заявил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь. Накануне в Кустанае прошел пленум городского совета ветеранов с участием членов Совета ветеранов Нагорного Карабаха. В ходе встречи участники обсудили вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, а также текущие проблемы и пути их решения. В этот раз мероприятие проходит с участием председателя Высшего совета ветеранов Республики Казахстан. Булаткан Омаров прибыл, чтобы ознакомиться с работой Совета ветеранов в нашем регионе, услышать вопросы и предложения на местах. Активное участие на встрече принимают ветераны боевых действий Нагорного Карабаха. Актуальными темами стали принятие закона о ветеранах, воспитательная работа среди молодежи, а также социальные выплаты ветеранам. Завершилось мероприятие торжественным награждением за особый вклад и активную деятельность в организации Совета ветеранов. Мы проводим патриотическое воспитание молодежи. Это в школах, в вузах, потом на всех общественных таких мероприятиях мы выступаем. Это День Победы, возложение цветков. Не только ко Дню Победы, ну, все такие политические мероприятия проводим. Мы создали год тому назад объединенные ветеранские службы по Казахстану. У нас 17 область, 3 города, в каждом городе вот такое объединение есть. То есть они получили статус государственный от 6 мая 2000 года, согласно закону президента о ветеранах, они являются ветеранами. Наша задача – объединить всех ветеранов. Есть вопросы отдельные. У нас в области, например, Кустанайский, есть отличие Жетісуский, Мангыстауский. Какие-то вопросы есть. Мы хотим помочь этим ветеранам. Сохраняя природу, в Миндокоринском районе продолжается республиканская акция «Таза Казахстан». В этот раз активисты помогают с очисткой территории села Боровское, в их числе отряд «Жасыл-Ель». О том, как развивается экологическая культура в районе, расскажем в следующем материале. В этом году в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» по всей стране проводится масштабная работа. Жители всех районов и городов приводят в порядок не только улицы и скверы, но и водоемы, облагораживают территорию историко-культурных памятников. Активисты села Боровское в числе тех, кто решил поддержать экологическое мероприятие. Мы проводим с вами каждую пятницу субботники. Это у нас в первую очередь центральные улицы, аллеи. Участки, где заросло, вот у нас участки заросло
кустарники, все мы проводим там, проводим уборку. Чистоту возле озера проводим, вы сами видели. Есть такие участки, где наши сейчас достопримечательности приезжают с города Кустаная, с других стран, родник. Там мы очистку проводим еженедельно, проводится очистка вдоль озера нашего Боровчанки. Потом есть такие участки, где заросло, например, еще раз повторюсь, кусты. Вот вдоль Чутаевской школы мы сейчас проводим, вырезаем вот эти кусты, очистка идет. Очищать и благоустраивать райцентр помогает знаменитый отряд «Жасыл-Ель». Здесь его представляют 15 молодых бойцов. Активисты из числа школьников и студентов участвуют в экологической акции в формате игры. Организаторы подготовили для них насыщенную программу. Сегодня у нас проходит мастер-класс по раздельному сбору мусора. И мы решили показать, как проводятся чистые игры. То есть это такой формат игры. Ну, все в формате игры. Проходит субботник, в котором участвуют команды. Они должны за определенное количество времени собрать и отсортировать мусор. Это пластик, стекло, бумага, также и другие, там, допустим, бытовые отходы какие-то. И по баллам мы потом высчитываем по количеству мусора, высчитываем и выявляем победителей. То есть такой вот субботник в виде игры, я думаю, для молодежи очень будет интересно, показательно. В такой формат у нас приходит впервые. В целом планируем потом проводить такие среди организаций, такие уже большие мероприятия, комплексные. Я работаю в Жасыл-Ель. Мне очень нравится. Мы очищали село от мусора, тем самым помогая и защищая природу. О том, как преобразилось село, говорят и сами жители. Подобные мероприятия, уверены сельчане, способствуют развитию экологической культуры среди подрастающего поколения. За последние годы очень преобразился поселок. Спасибо молодежи, они помогают, убирают. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы люди вот так относились к труду других людей, бросали мусор, где попало, потому что урны стоят всюду. Ну, я благодарна им и также акимату, что вот сейчас асфальт прокладывает, на нашей улице тоже уже почти проложили асфальт. Республиканская акция «Таза Казахстан» в Миндокоринском районе будет проходить в течение года. В рамках экологического мероприятия активисты намерены регулярно проводить субботники и вносить лепту в сохранение природы родного края. Алмажан Амангельдинова, Родион Бабич, телеканал «Кустанай». Почти 132 тысячи человек получили госуслуги благодаря цифровой карте семьи с начала года. Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 миллионах граждан Казахстана или более 6 миллионов семей. Главной целью внедрения цифровой карты семьи является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе Республики Казахстан цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также цифровая карта семьи является ежедневным электронным уведомителем граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки в зависимости от их социального статуса. Турнир среди выпускников, новая волейбольная площадка и хоккейный корт в селе Карасо Амангельдинского района активно развивается массовый спорт. И с каждым годом увеличивается количество спортивных социальных объектов. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. Турнир по волейболу среди выпускников сельской школы ежегодно проводят в селе Карасу Амангельдинского района. В этом году он проходит на новой спортивной площадке. Стоимость социального объекта – 10 миллионов тенге. Символично, что новая волейбольная площадка названа в честь заслуженного учителя села Галымжана Махатова. Галымжан Махатов был выдающийся человек. Всю жизнь посвятил спорту и педагогике. Дети его всегда очень любили. В этом году очередной турнир по волейболу посвящен его памяти. В ежегодных соревнованиях по волейболу участие приняли 18 команд, которые представили выпускники сельской школы. Большинство из них – ученики Галымжана Махатова. Любовь к этому виду спорта в нашем селе всегда прививал Галымжан Махатов. Когда мы учили в школе, всегда занимали первые места. Не только на районных, но и в областных соревнованиях. Все эти достижения, прежде всего, его заслуга.
Традиционный турнир по волейболу среди выпускников школы проводят с 2017 года. Участники признаются, к соревнованиям всегда усердно готовятся. Но победа для них не главное. Самое важное – возможность вновь приехать на свою малую родину. Как только узнал о турнире, сразу решил, что буду участвовать. Тренировки проходили несколько раз в неделю. Я считаю, что такие мероприятия полезны для всех, а особенно для молодого поколения. В селе Красу командные виды спорта развиваются и набирают популярность с каждым годом. Ранее здесь был построен новый хоккейный корт и футбольное поле. Специалисты отмечают, это прежде всего способствует повышению уровня физической культуры среди местного населения. Гурзадай Шуакова, Дауренбек Абдибек, Кадырали Ахмедбеков, телеканал Костанай. На этом все. До встречи.